Сегодняшний обзор дорожно-транспортных происшествий начинаем с перекрестка проспекта Октября и округа Галле. Здесь уже два последних автомобиля совершают поворот под запрещающий сигнал, и одному из них маневр завершить не удается. Торопимся, дорогие друзья, торопимся! Черняковка и мораль видео такова, что не видя автомобиля справа, не стоит так уверенно выезжать на перекресток. А вот грузовику, думаю, стоило притормозить еще на желтый сигнал и не нестись на такой махине. Остановка «Трамплин». Неудачное стечение обстоятельств в виде УАЗа, перекрывшего обзор легковушки перед пешеходным переходом, и подростком, несущимся через дорогу, приводит вот к таким печальным последствиям. Николая Дмитриева Сагитагиша. Может быть, водитель белого внедорожника и не включил левый поворотник, но вот сзади идущему автомобилю стоило бы быть повнимательнее. В любом случае, однозначную оценку этому происшествию мы дать не можем. Бульвар Ибрагимова Ленина. Что заставило водителя уборочного трамвая начать двигаться прямо перед маршрутным автобусом, непонятно. Но вот этот самый автобус проезжал светофор на моргающий зеленый. Чем дальше, тем интереснее. Что заставило водителей встретиться лицом к лицу возле площади Дворца спорта? Почему наши водители не могут разъехаться на минимальных скоростях? Сложный вопрос. Удачи на дорогах, дорогие друзья. Всего доброго. Пока.